Тернопольской области произошла жуткая смертельная авария. Пьяный водитель «Шкоды» вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Деу Ланос», в котором ехала супружеская пара с ребенком. Муж и жена погибли на месте, а их пятилетний сын сейчас находится в реанимации. Трагедия произошла 8 ноября около 19:30 в селе Шибалин Бережанского района. Областная полиция сообщила, что ДТП устроил пьяный водитель «Шкоды» Йети, 43-летний Руслан, выехал на встречную полосу трассы и врезался в «Деу Ланос». В этой легковушке ехали супруги Владимир и Алла Подоляк. Муж скончался на месте, а жена после столкновения еще была жива, но вскоре тоже умерла. Врачи не смогли ее спасти. С ними ехал 5-летний сын Назар, который из-за сильного удара оказался на передней панели под лобовым стеклом автомобиля. Полицейские, приехавшие на место аварии, сразу же отвезли ребенка в больницу, сейчас он находится в реанимации. У погибшей семьи остался еще 16-летний сын Александр, его в тот трагический вечер в машине не было. Водитель «Шкоды» после столкновения пытался кому-то позвонить по телефону, а потом ему якобы стало плохо и он лег на землю. По данным правоохранителей, в крови мужчины было 1,3 промилле алкоголя. Суд взял его под стражу. Виновный в ДТП, местный предприниматель, владеет магазином на рынке. У него есть 3 детей, младшему из них нет и 1 года. В тот трагический вечер погибшие супруги возвращались из родного села, куда ездили на крестины. У брата Аллы родилась дочка, и она стала ее крестной. А на обратном пути они погибли, такое горе. У Аллы в конце лета погибла мама с отчимом, а о ее отце ничего не известно, он давно ушел из семьи. С кем останутся Назар и Саша, пока не знаем. Назаром занимается сейчас сестра Володи, а у Саши его родной отец тоже погиб 2 года назад, есть только бабушка, рассказывает местная жительница.